Здравствуй, дорогой мой зритель! Очень рада, что заглянул ко мне на канал. Друзья мои, знаете, почему Бог создал сначала мужчину, а потом женщину? Правильно, сначала нужно было сделать набросок, а потом сотворить шедевр. И полюбопытствуем, что пишут в нашей интересной газете. Девушка, разрешите пригласить вас на танец? С удовольствием, а вы ночью не храпите? Софушка, а что это за бумажку ты мне таки дала? Ой, Моня, это расписание скандалов на следующую неделю. В подъезде своего дома был найден убитым 30-летний Николай. Соседи говорят, что видят его таким уже не первый раз. Семен Маркович, вот скажите, как опытный человек, так или есть жизнь после развода? Эх, Моня, это смотря на сколько развели. Фима, ну где ты был? Фима достает томик Лермонтова. Открой страницу 163. А там ее нет. Как ты думаешь, где я был? Софушка, я вам должен признаться, вы обладаете великим даром привлекать мужчин. Ха! Я? Да, чтобы даром? Да никогда в жизни.